Здравствуйте, уважаемые гости и участники! Мы рады видеть вас на 5-м международном кинофестивале детских короткометражных фильмов «Джимкин Фест 1517», который проходит в год, объявленный годом российского кино. И слово предоставляется куратору фестиваля Тельной Юлии Викторовне. Добрый день, доброе утро пока еще. Мы рады, что все нашли силы встать после вчерашнего такого бурного дня. Кто-то присутствует сегодня именно второй день, традиционно второй день посвящен просмотру детских короткометражных фильмов. Поход в кинотеатр — это дело семейное, особенно в выходной день. И поэтому тем более в субботу как раз идти посмотреть фильмы – это самое подходящее удачное время. Мы рады видеть в зале тех, кто уже не первый год принимает участие в нашем фестивале. Мы рады видеть новые лица. Надеюсь, что фильмы, которые были отобраны экспертным жюри для просмотра, найдут своего зрителя. Зрители смогут принять участие в работе зрительского жюри. Мы желаем всем получить удовольствие от сегодняшнего утра. И участникам желаем удачи, чтобы сегодняшний день стал для вас очередным этапом в развитии как опыт. Благодарим всех за внимание. Итак, традиционно, уже 5-й год, начинает наш фестиваль гимн, специально написанный выпускником гимназии Прищуком Арсением. Гимн фестиваля. Исполнить сегодня гимн собственной обработки гимназист Смирнов Павел. Ростовцева Лера, Амосова Софья и Ангелина Сорокина. Сегодня вас ожидают фильмы и мультфильмы, приготовленные ребятами из разных стран мира и городов России. Каждый год у нашего фестиваля своя тема. Все они объединены широтой понимания того слова, которое имеет разные смысловые значения. Например, в прошлом году была тема «Мир», а 2 года назад – «След». В этом году темой нашего фестиваля стали «Облака». Теперь мы представляем членов жюри. Николай Кулай, Ирина Непряхина, Светлана Андреева, Элла Шадрина, Екатерина Щипкова. Также в этом году у нас есть члены жюри, которые принимают участие заочно.
Это Шутова Анастасия, Мещенкова Александра, Шендрова Софья и Сивцова Анастасия. Уважаемые гости и участники фестиваля, проверьте, у каждого ли из вас есть оценочный лист и карандаш. Мы приглашаем вас принять участие в работе зрительского жюри. Обратите внимание на то, как заполнять оценочные бланки. В нижней части бланка расположены критерии, по которым вы можете оценить фильмы. Например, если вам очень понравился фильм и вы хотите посмотреть еще раз, вы ставите в графу «балл» 5 баллов. Также, если, по вашему мнению, фильм соответствует заявленной теме фестиваля, вы можете поставить дополнительные 10 баллов в графу «яблочко». Dear guests and participants, we decided to continue go to the edition of the last year's festival. The jury will praise with the additional points the pictures that reflect the theme of the festival in the most accurate way. So the nomination hit a bullseye, remake a target from the competition of the 5th festival, Jimkin Fest 1517. Our is the cloud. Фестиваль – это прекрасная возможность встретиться и подружиться с людьми, близкими по духу. Особенно, если вы познакомились с ними на нашей конференции «Объединяемся знаниями». Мы рады приветствовать друзей из Калининградской области, которые подготовили для нас видеоприветствие. Итак, вашему вниманию киноролик «Облако. Познание мира и дружбы».